я чупа ума, заперла дома, человечками, как гречкою забила закрома. Рук не подавай, круг не покидай, хама, там за кругом друг, дом, его чума. Новая чума ума, заперла дома, человечками, как гречкою забила закрома. Рук не подавай, круг не покидай, о, чума ума. Веки поднимает век, видит человек в светлом пузыре, да с короною на голове. Что он там себе намерил, кем себя нарек? Если есть одна корона, значит будет две. Ты держись, пожалуйста, подальше, и не вет. Ты какой-то очень подозрительный на вид. У тебя случайно не холера, не ковид? А у тебя случайно ничего там не болит? Лучше отойди-ка ты на выстрел из ружья, и покуда можешь, нюхай мясо и цветочки. Время петь, не надо браться за руки, друзья, потому что лучше пропадать поодиночке. Новая чума ума закрыла дома, человечками, как речкою забила закрома. Рук не подавай, круг не покидай, хама, там за кругом друг, но у него чума. Новая чума ума закрыла дома, человечками, как речкою забила закрома. Рук не подавай, круг не покидай, о, чума ума. Сейчас такой российский куплет будет. Есть несколько видов масок, глядя трезвым взглядом. Защитные, ментовские, людские судить не берусь, но защитные носить надо, ментовские не надо, потому что они сами вызывают коронавирус. Людские же маски двуличные, приличные, в общем, приличные. Трудно бывает избавиться от масок, в которых вырос, но мне кто в интернете, что в лайве сложнее обычного человека. Для человека сейчас потенциальный вирус. Новая чума ума прорастает в лицах рыхлыми морщинами людских фронтонов. Радует, что всем чумой ума не заразиться, потому что на земле до хрена гандон. Новая чума ума.